Свежий воздух в качестве стимулятора мозговой деятельности. Городская федерация шахмат запустила фестиваль древнеиндийской игры. Отличительная черта – место проведения. Первый этап устроили в парке в районе Пикс. Рассчитан турнир на участие ребят из близлежащих домов. Так и получилось. Все игровые столы заняли ребята младшего и среднего возрастов. К организации соревнований подключились и частные спонсоры, которые помогли соорудить навес, защищавший шахматистов от палящего солнца и возможного дождя. Такой формат вполне может привлечь внимание сургутян к этой игре. А бонус в виде готовой площадки привлечет в парк больше посетителей. Кстати, крытым объектом могут пользоваться не только для настольных игр, но и для проведения занятий по йоге. Формат новый для города, тем не менее востребованный. Я думаю, что дальше мы будем удивлять все больше и больше. Это говорит о чем, что если парковая территория имеет хозяина, четким пониманием, что мы хотим от этой территории. Вот, в этой парковой территории, в этом сквере будет жизнь. По задумке руководства Сургутской федерации шахмат, в рамках фестиваля пройдет еще два этапа в других парках. Играют ребята укороченные партии, за ними следят именитые гроссмейстеры, а также преподаватели этого вида спорта. Таким образом, организаторы одновременно проводят отбор перспективных шахматистов и помогают овладеть базовым уровнем начинающим спортсменам. Как отметил начальник управления по развитию физической культуры администрации Сургута Шамиль Лукманов, в перспективе чиновники прорабатывают вопрос проведения окружного турнира по шахматам под открытым небом. Будет состоять из трех турниров, проводимых вот в парках города Сургута. Первый мы решили провести здесь, в 45-м микрорайоне. Дальше мы будем смотреть, планируем в парке Засаймы и в городском парке культуры и отдыха, это на Нефтянике.